Под горою Бусти, а на мосте Киказа, у козы той кости. Бойся, не бойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Бойся, ты бойся, ты меня не бойся. Силы духа, может быть, сады, вот, они снова сделали по дороге. И чувствуется восточное влияние. Не зря они все-таки в Турции 300 лет прожили. Вот. Духовный стих называется «Вавилония». Мы его решили проиллюстрировать. Такой довольно архаичный. Змей, обивающий город, собака, змей Тугаринин. И орлица. Ну вот, наверное, мы сначала споем, а потом уже немножко прокомментируем. Да. Если есть вопросы, то спрашивай. Один. Ворожалась я собака. Символики тоже их можно трактовать, то есть
ассоциирующийся с грехом. И вот змей, обвивающий этот город, тоже символ греха. И орлиха, орел, наоборот, он в христианстве символизирует добродетель, символизирует Божью благодать. То есть это вот такая битва, по сути, добра со злом, можно так сказать. Символически они обозначают либо человеческую душу, либо, допустим, как пол Духа Святаго. Следующий стих называется «Об голубе». Начинается он вопросом: «А вы где были, куда летали, куда летали?» Отвечают они: «На расстанице, где расставалась душа с телом». Собственно, человек этого не знает. В этом стихе мы видим, как традиционный человек осознает эту проблему, это таинство расставания души с телом. Все воду несет.
наше тело, рыбка съела наше тело, рыбка съела наши очи, раке точет, наши очи, раке точет. Я наибольшее такое отчаяние, что ли, сконцентрировано изо всех, когда человек тоже доходит до, наверное, последней старшей птицы, старшей человеческой души, которая тянется в поколениям, полностью тратим. О, кошечка! Честь, бедный Токио.
отшельнике, потом ставшим святым Антонием, записан на Алтае. В принципе, его записывают в других старообрядческих группах тоже, но вот нам как-то прибился нашему коллективу именно этот вариант. Заплакали братья.
Аллилуйя, Аллилуйя,
будем вспоминать страдания Христова. Богу молилась за свободу, за народ, низко поклонилась. Ти каза, укази той кості, бойся.